скажу.
Барыня, это скучно. Сейчас все, сейчас демократия.
тоненький голосом, девка какая-то. И тоненький голосом, женская, какая-то женщина поет. Это... Тоненький. Нет, а то получается. Да, муж с женой с этого. Тоненький голосочек. С Арзамас, что ли. Он на шестипланочке играл. Она тоже у него такая, у нее тоже высокая, да, так голос. Тоненький голосочек. Вот она эту песню поет.
Другие не кажется, может. Да если не кажется. Да смотрю. Иван, как на конкурс, хоть в Германии себя вести. Да хоть на конкурс поставляй. А когда ремонтир я только приеду? Надо этим так же, как вот эти показывают, там они день и ночь сидят. Да. Все равно они ноты знают, это во-первых, раз. Они сидят, они долго. Без движения.